Алло, Оля? Да, Ольга, добрый день. Оля, как мы договаривались, сегодня я возьму у тебя такое маленькое интервью. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, в связи со сложившейся обстановкой на Украине, тяжелой, как бы, да, экономической, политической и все остальное, нужно ли людям Украины обратить внимание на бизнес в интернете, где нет войны, где нет революции, где нет Майдана, где нет проблем с банками и крымские проблемы тоже ее не существует, крымские проблемы? Я думаю, что в первую очередь им необходимо обратить на это внимание, да. Потому что закрываются предприятия, заводы и так далее, а в интернете я могу строить бизнес где угодно, в любой стране мира. Согласен, но многие люди сейчас скажут, вы знаете, да, бизнес это классная тема, Оля, все классно, но у нас нет денег на вход, как бы, да? Да, у нас есть деньги какие-то там, запасы на черный день, но на вход бизнес нет денег. Что ты порекомендуешь таким людям? Ну, понимаешь, да? Потому что если нет денег, их больше не станет. А, ну да, в принципе, да. Такая ситуация. А как ты считаешь, вот какая перспектива у 100% студентов, которые закончат украинские вузы, киевские университеты, какая у них перспектива? Огромная? Ну, хотя бы $3000 будут получать в месяц? Ни в коем случае. Ужас. А сколько? Ну, если 3000 гривен. Кабинет, да. Если пойдут на наемную работу, ну, это максимум $500. Максимум. Это очень хорошо. Ага, то есть $500 это прекрасно? Да. В месяц? Да. Супер. Да, ну я тоже немножко расскажу о себе, то есть я тоже родом с Украины, как бы, и поэтому я строю бизнес в интернете, и поэтому, когда мне говорят о каких-то там проблемах, о чем-то, как бы, ну я не могу понять, какие могут проблемы быть в интернете, да, то есть в интернете ты строишь бизнес, нет границ, и партнеры с разных стран мира, как бы, и поэтому, ну, все очень просто. Видишь, проблема многих людей, они не могут понять мышление свое, да, и они считают, что они самые умные, самые грамотные, ну, а таким людям охота задать вопрос, если ты такой умный, почему такой бедный? Ну, обычно так, да. Оля, хорошо. Представь себе, ты живешь в городе Харькове, да? Да. В городе Харькове есть очень много вузов, огромное количество институтов и все остальное. И вот те студенты, с которыми ты, к примеру, общалась о каком-то бизнесе, какая их была реакция? Это не работает, все это пирамида, лохотрон, кидалово, это не для меня, денег у меня нету. Что они отвечали? Ну, что там в этом роде. Иностранцы в основном говорили, что мы не будем тратить деньги на это фуфло, потому что мы тратим деньги только на обучение, а в нашей стране есть, допустим, такие же бесплатные сервисы. Ага, то есть они тратят деньги на обучение и на украинских девочек. Я уловил. Да, ну, в принципе, нормально. Да, я уловил. Как бы. Да, это более выгодно. Значит, смотри, но в любом варианте есть люди, которые с мозгами, они понимают, что такие люди, как, например, Марк Цукерберг, да, Facebook, они создали бизнес в интернете. И многие студенты, я считаю, что они как бы, ну, они с мозгами, они с видением, они понимают, что они закончили институты в той же Украине, к примеру, или в той же России, они поедут к себе в страну, и эти супер-мега-специалисты, архитекторы, врачи, юристы, я не знаю, там, ну, имеет значение, кто они там, строители, инженера, не имеет значения, дизайнеры, они будут получать, ну, максимум 3, ну, 4, ну, $5000. Да, $5000, это считается круто, это супер, для Индии ты уже миллионер. Если в Индии $5000, ты уже очень богатый, да, человек. А вот как ты считаешь, а в интернете сколько можно зарабатывать денег вот в месяц? Ты думаешь, как, сколько? Ну, приблизительно, если хорошо поработать пару лет. Если хорошо поработать пару лет, ну, я думаю, $1050 можно. В год? В месяц. Не пугай меня, ужас. У меня есть пример, я могу говорить о таких спорах. Да, друзья, могу сказать, что в интернете те, кто, ну, как бы поработают 2-3 года, они зарабатывают огромные деньги, ну, становятся долларомиллионерами эти люди, и у них уже нет проблем с деньгами, просто, ну, деньги для них уже просто не главное. Смотрите, что нужно сделать? Нужно позвонить вам, студенты, да, Ольге, которая находится сейчас вот со мной, да, она вам покажет тему. Это я обращаюсь к студентам Украины, России, не имеет значения кого. И Оля имеет очень много опыта, она знает хорошо язык, иностранный язык, в частности английский, и нам поможет выйти на рынки Африки, Китая, Англии, Америки и другие рынки. Это большой плюс. Кроме того, Ольга трудоголик, она опытный человек, она общается напрямую с самыми топ-лидерами нашей компании, и это тоже большой плюс. И еще очень большой плюс, она очень трудолюбивая и очень упорная, и очень сфокусированная. Да, поэтому это не комплименты, это чистая правда. Как бы я, ну, не люблю давать комплименты людям, как бы я просто говорю то, что думаю. За это они меня любят, другие ненавидят, но да, от этого мне не хуже и не легче, как бы. Мне просто все равно. Да, и поэтому смотрите, какая ситуация. Ситуация в том, что если вы позвоните... Олечка, какой твой телефон? Скажи, пожалуйста, твой телефон. 061 22 56 4 78. Хорошо, а какой скайп твой? Лея 26. Лилия? Лея. А, Лея. Супер. Ольга Деркач, друзья мои, кто захочет, найдет. Теперь смотрите, что еще важно. Важно в том, что Оля имеет одну интересную тему, которая реально работает на рынке уже много лет, с 2007 года. Оля знакома с темой, где платят мгновенно деньги, то есть называется по-английски instant pay. Мгновенно. Оля знакома с темой, где не нужно вам продавать товар физически. То есть вы не будете работать с больными, если некрасивы, нося им витамины, минералы, микро-макроэлементы, антиоксиданты, коэнзим Q10 и все остальное, B2, B12. Друзья мои, вы не будете людям предлагать суперкрема против целлюлита, да, подтягивающие лифтинги и все остальное. И это здорово. Потому что вы не любите продавать, как бы, да, а вот просто приглашать людей и давать людям возможность строить бизнес, и кроме того иметь еще информационный продукт, таким как является, к примеру, Skype, это информационный продукт, Facebook, это информационный продукт, Windows XP, к примеру, да, это информационный продукт, ну много-много других продуктов есть информационных, и на этом люди строят миллиардное состояние, понимаете, миллиардное состояние, в то время, пока вы думаете о том, как закончить институт, 5 лет будете обучаться, потом получите диплом, пойдете в ресторан, выпьете за диплом, повесите его на стеночку, красивую рамочку с красного дерева, да, и будете счастливы. За 2-3 года люди покупают себе Феррари, Ламборджини, Мерседесы, покупают себе дома, квартиры, сдают в аренду, и у людей происходит то, что у них уже идет резидуальный доход, и они становятся рантье на всю жизнь, и их дети, и внуки, и правнуки, понимаете? То есть самое дорогое, друзья, это время. Поэтому срочно звоните Ольге Деркач, и она вам реально поможет воплотить все ваши мечты в жизнь. Оля, скажи, пожалуйста, а если у людей, ну, как бы, технические проблемы, они не имеют блоков, не имеют сайтов, они безграмотные, они нигде не зарегистрированы в социальных сетях, это не повредит им, то есть это не будет для них огромной проблемой, чтобы они стали неуспешными. Вот в любом варианте они будут успешны, даже если они полные чайники, они, как говорят, деревянные в интернете полностью. Как ты считаешь? У меня есть очень много примеров, когда люди совершенно даже не знают, как включается компьютер, но тем не менее, вот, женщина ей 67 лет за 3 дня заработала $400. Причем не зная, что такое интернет, что такое социальные сети и так далее. Да, ну и хочу обратить внимание мужчин, которые видят, да, что Ольга очень симпатичная девушка, красивая, да, и поэтому пообщаться с такой девушкой — это за кайф, понимаете, да? Поэтому, а еще, кроме еще, бизнес вам поможет строить, друзья мои, это два в одном симбиоз сильнейший, как Heads and Shoulders. Да, огромное, Оля, тебе спасибо за то, что ты целенаправленная, за то, что ты серьезно подходишь к тому, что действительно есть огромное количество людей, которые остались сейчас на Украине без дома, без хлеба, без квартир, без домов, без перспектив. И даже те, которые имеют бизнес, они боятся строить бизнес, потому что считают, что в любой момент у них могут бизнес забрать, я не знаю, там, убрать, к примеру, да? То есть они какие-то, ну, как бы, такие боязливые люди, да? А здесь, в принципе, все легально, нормально, и поэтому строить бизнес в интернете, ну, что могу сказать, с компанией надежной, это просто кайф, поэтому принимайте решение, звоните Ольге, Ольга вам покажет направление, и самое интересное, Ольга будет крайне заинтересована в вашем финансовом успехе. Спасибо тебе, Оля, огромное, развивай бизнес во всех странах мира, и я уверен, что у тебя получится, и у тех ребят, которые тебе позвонят, будут в своей команде. Пока, счастливо с вами.